примерно по всей стране. Те школьники, которые по объективным причинам не смогли сдать 26 или 29 сентября, сегодня такую имели возможность. Мы в целом мониторим ситуацию, чтобы экзамен проходил объективно, чтобы все пункты соответствовали установленным требованиям даже в резервные дни. И сегодня яркий пример, когда мы посмотрели, действительно, и организаторы на месте, руководители пункта проведения экзамена, все требования соблюдены, поэтому это говорит о том, что в целом республика готова к экзамену. Я хочу сказать, что и 26, и 29 сентября экзамен проходил на высоком организационном уровне. И сегодня не исключение. Очень важно, чтобы все школьники, я сегодня говорил об этом на съезде учителей 13-м республики Саха-Якутия, все школьники находились в равных условиях вне зависимости от места проживания. Единый государственный экзамен позволяет сдавать экзамены, не выезжая с Наслега, Улуса, города, и поступать в высшее учебное заведение. Эту возможность нужно сохранить. Но для этого нужно обеспечить равные условия сдачи единого государственного экзамена всем ученикам, чтобы исключить списывание, исключить пользование мобильных телефонов. На экзамене должны все решать знания. Для чего и почему проводится экзамен в сентябре? Для тех школьников, которые по объективным причинам не смогли сдать экзамен в основную волну, либо получили неудовлетворительные результаты. Для того, чтобы принимать решение о дальнейшем судьбе и как в следующем году организовывать экзамен, мы должны проанализировать опыт осеннего этого периода и после уже принимать соответствующее решение.